Немецкие политики в Китае пытаются урезонить Россию. Вернее, пытаются разрешить российско-украинский конфликт. Захочет ли Пекин принудить к миру Москву? Подробнее Татьяна Логунова из Берлина. Если Европа и США не могут справиться с Россией, нужно привлечь Китай. По крайней мере, так считают немцы. Сегодня вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль прилетел с визитом в Пекин. И, сойдя с трапа, первым делом попросил власти страны помочь урегулировать кризис в Украине. Мол, кто как не китайцы. Аргументы таковы: в последнее время отношения между Москвой и Пекином не только не испортились, а наоборот улучшились. А значит, Китай, пользуясь статусом друга и своей ролью на мировой арене, может помочь урезонить Россию. Например, объяснить, что границы суверенных государств и нормы международного права нужно уважать, а не нарушать. Китайцы на предложение Габриэля пока не отреагировали. Возможно, ответ прозвучит на одной из двусторонних встреч. До сих пор в конфликте между Западом и Россией Китай предпочитал балансировать и не становиться ни на одну из сторон. Татьяна Логунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.